Вот это мой парк Дубки на Тимирязевской. Когда я уезжала отсюда в 2016 году, я 4 года прожила тут, ходила, он был достаточно запущенный. Потом я приехала, ну, когда был ремонт, наверное, это было год назад, полтора. Вот, и он был темный. Я еще писала, обращалась, собирала, пыталась собрать подписи, потому что темный был даже на детских площадках. То есть в 6 часов уже зимой темнело, дети тусили. Вот, и я так думаю, что поставили дополнительное освещение. Он относился к госзеленстрою, вроде бы. Сейчас его почистили настолько хорошо. Выложили плиту. Да, вот, кстати, и прудик весь облагородили. Тут все было разбито, вся вот эта вот бордюр на пруду. Все было как бы, ну, запущение было явное. Были хорошие, правда, цветники вот там вот на площадке. Он достаточно большой. Вот я еще писала, что Гончаровский парк сделали, да, но Гончаровский по размерам, он больше подходит к категории скверов. А это все-таки парк. Здесь большие вот эти прудики. Вот, установили, смотрю, киоск с мороженым. Не было тут ни чая, ничего. Сейчас даже в Северных Дубках поставили киоск с мороженым. А здесь никогда ничего не было. Беседочка шикарная. В беседке стояли скамеечки. Сейчас их убрали. Ну, может быть, оно и лучше, потому что народ-то у нас какой. Эти скамейки всегда были загажены и списаны. То есть пришли, отдохнули и все побросали. Ну, в общем, вот такой вот миленький парк. Вот тот вот дом на Ивановской, большой, элитный. Шла война за него. Снесли там детский сад, снесли большую, как бы очень большой сад с соловьями. Тоже в свое время я снимала пение соловьев тут. Вот, его вырубили и поставили вот такой вот большой дом. Ну, наверное, те, кто люди тут имеют возможность приобрести квартиру, я думаю, они счастливы, потому что место, конечно, изумительное. Очень хорошо. Главное, самый центр, метро рядом. Метро как бы одно из центральных, если считать 3 станции от центра, да, Савеловская, Дмитровская, Тимирязевская. Но зона зеленая благодаря большому лесу, лесопарковой зоне Тимирязевской академии, тут воздух достаточно чистый, свежий, как бы, и загрязнение промышленных предприятий сюда не доходит. Ну, в общем, классно.